В Сочи парке сегодня прогнозируют снегопад. Правда, не настоящий. Снежинки из пены – часть новогоднего антуража тематического парка развлечений. Праздничную программу там открыл цирковой мюзикл «Щелкунчик» и парад сказочных персонажей. Наш спецкор Кристина Конограй узнала, какие нескромные желания загадывают дети Деду Морозу, почему каток в Сочи парке не холодный и кто охраняет южную резиденцию Бабы-Яги. От захватывающего сюжета мюзикла «Щелкунчик» затаили дыхание даже взрослые. Артисты в ярких костюмах поют, взмывают воздух, бьются на шпагах и показывают чудеса акробатики. Мы будем удивлять не только детей, но и взрослых. Мы использовали огромное количество новогодних декораций, более 600 елок, включая нашу центральную красавицу 20-метровую, километр световых гирлянд для того, чтобы создать даже в условиях бесснежной сочинской зимы по-настоящему новогоднюю атмосферу. На аллее огней красочные шествие сказочных персонажей. К ним может присоединиться любой, кто придет в парк в карнавальном костюме. Командует парадом статный Дед Мороз. Бородатый волшебник грустно вздыхает. В этом году в списке желаний детей лидируют не конфеты, а модная электроника. Ну, к сожалению, вот очень много просят айфонов 7. Я им говорю, извините, 6 только вышел. А они хотят 7. Вот. Но и всю остальную технику тоже хотят. Южная резиденция Бабы-Яги под надежной охраной кикиморы и лешего. Избушку на курьих ножках сторожит сама колдунья. Самое, что ни на есть настоящее. Но вы не злая? Да я самая добрая мадам. Хочешь, я тебя обниму, радость моя? Иди сюда, пупсик мой, ой. Чтобы посетить все 11 новогодних локаций Сочи парка, не хватит и дня. Одним из новых развлечений тематического комплекса стал крытый каток. К сожалению, плюсовая температура в Сочи не позволяет залить полноценный ледовый каток, поэтому приходится кататься на парафиновом покрытии. В дни новогодних каникул здесь будут проводить мастер-классы тренеры различных спортивных школ, обещая даже пригласить известных спортсменов. В праздники в Сочи парке ждут 50 тысяч гостей. Все развлечения включены в стоимость единого входного билета. Дед Мороз обещает, запасов подарков и мыльного снегопада хватит на все новогодние каникулы. Кристина Конограй, Александр Киреев, Кубань-24, Сочи.